Ассоциационной партии и задачи на ближайшие годы выступил первый секретарь ЦК партии Юмжагин Цадымба. Сообщение с Белгородской магнитки. С опережением графика на целую неделю здесь, на Яковлевском подземном руднике, сегодня достигнута 500-метровая глубина на сооружении нового шахтного ствола. Работу ведет бригада заслуженного строителя Российской Федерации, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Виктора Дмитриевича Чернышова. Не спишь? Здравствуй. Боржоми кончился. Ты где был? С активом провожали меня. А что? А то, что мне все это надоело. Сыта по горло. Что тебе надоело? Что? Все! Что все? Все! Что все? Все! Мне надоели твои пьянки под названием «Встреча с активом». Проститутки, комсомольские активистки, бани, сауны и возвращение домой в 5 утра. Твои друзья, их видеть не могу. Галечка, познакомься. Это Леша. Зав. Отделом. А это Петя, инструктор ЦК. Выпьем за комсомол. Ты что говоришь? Ты что, с ума сошла? Значит так. У меня нет мужа, а у моей дочери нет отца. Ребенок у нас общий. Это тебе на суде расскажут, какой он у нас общий. Вот так, да? Надоело тебе. А квартира тебе не надоела? А работа не пыльная? А в Японию по спутнику? А продукты из оптовской лавки не доели? Я не возвращаюсь. Ты что, девочка маленькая, не понимаешь? Это моя работа. Чего ты улыбаешься? Думаешь, мне приятно с этими рожами квасить? Нравится очень, духовно обогащает. Это часть моей работы пить с ними. В комсомоле работает не только головой, но и печенью. Правда? А для чего все это делаю? Здоровье гроблю. Из райкома не вылезаю. Для того, чтобы у меня, у тебя, у Ленки все было, ты чтобы семья! Идиотку не держи. А девки? Это тоже часть твоей работы? Ты можешь хотя бы в такой день обойтись без этого? Сначала хотела идти к Ковалевскому. Я сейчас подумала, Бог с тобой, живи. Горбатова могилу исправит. Все. Я развожусь с тобой. Вот так, да? Вот так. Демократической партии Афганистана, председатель Революционного совета и премьер-министр Демократической Республики Афганистан Бабрак Карман в интервью корреспонденту ТАСС выразил полное согласие с мнением Леонида Ильича Брежнева, высказанным в речи на торжествах в Тбилиси, о том, что есть возможность нормализовать обстановку в регионе Персидского залива и вокруг Афганистана. Бабрак Карман еще раз поблагодарил Леонида Ильича Брежнева за его поздравление. Тебя и Ленку. Прости.